следующем этюде номер два представлены разные виды техники и разные стили. И страйд, и свинг, и техника шагающего баса. Третий этюд совершенно в ином стиле, это стиль латино. Четвертый этюд также сочетает в себе несколько стилей. Я, конечно, не буду комментировать, лучше всего послушать. Thank you.
И сейчас этюд в стиле самбо, этюд 5. Многие гитаристы играют его, но из этого этюда получилось две пьесы. Одна называется именно так, этюд номер 5 в стиле самбо, а другая пьеса, снова на этом этюде, называется «Самбо для пятерых». Ну и сейчас вы услышите именно этюд номер 5 в стиле самбо. Дальше необычный этюд, который прозвучит сейчас, этюд номер 6. Я его назвал этюд в стиле фанки. Такие этюды, и обычно в музыке этюды все направлены на какую-то техническую сторону, развивают техническую сторону. В этих этюдах тоже есть
задачи. И здесь немало сложных задач и для правой руки, и для левой руки. Как я уже сказал, эти этюды требуют, прежде всего, хорошей классической подготовки, ну и слышания и знания джазовой музыки, джазовых стилей. Ну и седьмой этюд, который завершает этот цикл, написан в форме блюза. Здесь я могу сказать, что существует как бы три формы 12-тактового блюза. Архаический блюз, традиционный и современный. Я использовал две формы. Это название этих форм касается гармонического насыщения. Архаический блюз более простой гармонический, а традиционный с более сложной гармонией. Ну, вся эта пьеса написана в таком стиле биг-бендов 40-х годов, когда оркестры играли очень много такой танцевальной музыки. Итак, блюз, этюд номер 7.